Здравствуйте, уважаемые поступающие! Меня зовут Анатолий, я магистрант Тюменского государственного университета. Сегодня мы продолжаем знакомить вас со всеми тонкостями поступления в наш университет, чтобы данный процесс был максимально простым и понятным для вас. Сегодня я вам расскажу о вступительных испытаниях. Вступительные испытания – это экзамены, по результатам которых осуществляется поступление в университет. Выделяются две категории вступительных испытаний. Первое – это всем известный единый государственный экзамен, или ЕГЭ, который сдается по окончании школы. Его результаты используются теми, кто поступает в университет на основании аттестата о среднем общем образовании. Кстати, баллы ЕГЭ действительны 4 года. Вторая – это экзамены, которые университет проводит самостоятельно для определенных категорий поступающих. Список вы сейчас видите на экране. Стоит отметить, что на некоторые направления подготовки для всех поступающих университет установил дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности. Это значит, что вы должны предоставить результаты ЕГЭ по двум предметам, а третий экзамен сдать в ВУЗе. Сейчас на экране вы видите такие направления подготовки в ТюмГУ, а также в его филиалах в Тобольске и Ишиме. Обязательно остановите видео, если не успеваете ознакомиться со списком. Если вы поступаете в магистратуру, вам также необходимо сдать вступительные испытания в университете по соответствующему профилю. Информация о том, какие вступительные испытания нужно сдавать для поступления в ТюмГУ, находится на нашем сайте. Заходите на наш сайт, выбирайте раздел «Поступление», подраздел «Направление», задавайте необходимые параметры, и в третьем столбце вы увидите список экзаменов и минимальные баллы для участия в конкурсе. В этом году вступительные испытания вы можете сдать как очно, так и дистанционно. Исключение составляют экзамены творческой и профессиональной направленности. Их вы можете сдать только в очном формате. Готовиться к сдаче вступительных испытаний, конечно, можно самостоятельно. Для этого на сайте ТюмГУ есть программа вступительных испытаний. На главной странице сайта выберите раздел «Поступление», подраздел «Приемная кампания», затем пройдите в пункт 12. И в документах вы найдете список тем, по которым проводятся вступительные испытания, а также литературу для подготовки. В ТюмГУ организованы подготовительные курсы для учащихся 8-11 классов по ОГЭ и ЕГЭ, а также для поступающих по вступительным испытаниям, в том числе творческой и профессиональной направленности. Для поступления на бюджет по программам бакалавриата и специалитета необходимо подать документы до 12 июля по результатам внутренних вступительных испытаний и до 25 июля по результатам ЕГЭ, а по программам магистратуры до 31 июля. Сроки сдачи вступительных испытаний вы видите на экране. Остановите видео, если не успеваете ознакомиться с ними. А посмотреть расписание можно на нашем сайте во вкладке «Поступление». В следующем видео мы расскажем вам подробнее о процедуре вступительных испытаний. До встречи!